пожаловать на боевые действия. Мы играем в Killing Floor, очень стрёмную мапу. Да. Юра взял мой скин, и мы все не знают где. Что? Пошли уже. Смотрите, какой-то алтарь, типа. Jesus. В общем, мы прошли самую последнюю волну части и... Блин, у этого два пистолета. Здесь стоят мобы, которых мы не агрим. Так. Пошли наверх заберем. А там тупо мобы. Чё ж было? Вниз нельзя падать? Давайте гоночки. Я следующий. У меня такая же реакция была. Когда я такой... Ой, пардон, чё? Такой телефон. Давай, Лёша, снимай эту хрень. Сейчас. Привет. Здесь чё? Упадите в центр. У них базука. Туда можно смотреть? Можно толкнуть кого-то, например, Стаса? Базуки? Не советую. Эрик оставил Базуки. Маленький кратер. Эрик лает. Эрик, она поднимается. Эрик, надо... Да, слишком его занесли. Мы не опускаемся, давайте... Ну, пацаны, последняя волна. Да. О, а он там появился в этой... Пацаны! Стоять! Выходите! Что теперь? Бьем землю! Пошли, может, обратно сходим? Да, кстати. Только вот далеко очень. Бежать. Да, это уж точно. And now we run. Вообще там тут стены не сжимаются или? Ну не должно. Потому что если так, то она просто садится. О, наконец-то она ближе. Полетела. Пересрали, не? А как мы поднимемся наверх? Там тепло. А, блин! Обратно бежим. Блин. О, я пацаны, смогу. Добежали. Все, добежали, пацаны. Герои. Я не нюб, я смогу. Так. Это там кто-то стоит. А, да. Это эти стоят. Юра? Оп. Смотрите, как она глючит, она отталкивает. Есть! Блин! Все, прыгайте, прыгайте, вот запрыгайте. Полетели. Что, можно было запрыгнуть? Вот да. Эта, которая ходит, оставьте ее посередине. Уйдите оттуда. Так, стопэ. Я зачищаю путь. А им пофиг, похоже. Ну! Все улетело. Давайте это. Они на таком же уровне, как и это вот. Да, блин, я запрыгнул. Вот! Вот, это я держал, потому что. Да, давай. Давай, Лёша. Где этот второй ключит? Пага. О! Я тебя подтолкнул, Лёша, лол. Ты сюда. Лёша, спейс. О, пошел. Марк, ну все, пока. Так он сможет залезть тоже. Марк, давай, прыгай, просто прыгай на нее. Прыгай вперед просто. Полетел. Это был и нет. Марк, нифига ты спрыгнул. Нет, ты что-то вернулся. Летит, летит. Ладно, опять Марка, пошли. Идите. Дайте гранаты наверх. Я вроде попал. Вы все скосили. Он жив? Да, он жив. Попробуй бы ему хедшот с пистолета. О, он задвигался. Попали. Опасно, мужики. Аха! Он за мной. Есть! Убили. Только босс вообще. Ну, еще изменилось, может? Так, откуда мы пришли? Может быть, туда еще пойдем убьем все? Ну, давай. Мируста. Мируста. Лёша крутой скин. Жаль, что ты его не видишь, он крутой. Здравствуйте, добро пожаловать обратно на боевые действия. Мы решили делать все сначала, потому что ту игру мы, походу, запороли. Будем разбираться. Вуда. Ладно, я... Вуда! Я танкую в очередной раз.
Пусть Rusty the Chicken, блин. Руста! Руста? Руста. Не Руста. Я подсвечу. Марк, полетел! Опять! Я думал, Марк разорвет. Ну давайте, пошли прессовать. Давай, с ножа ему в хэд, и все. Во-во-во. Опять остался. Марк сзади, блин, без спины топор, надо? Лёша, погнали, погнали. 20 по одному, разбираем их. Тихо. Минус один. Минус два. Все, загрызли, блин. Мачете гопнул. Йора, полетел. А-а-а! Сдвигаются. Что? Спасибо, Стас. Это бяги форст. Зачем? Короче, ребята, это должна быть очень стрёмная мапа. Блин, это вот это какая-то кишка. Вот. Ну, вместо того, чтобы страшная, она очень странная. Стас, этот пацан на месте, очень крутой, вот, на месте. Который посередине лежит. Как он так упал? Погнали, чё вы тут? Сейчас, Юра. Так вон он уже здесь. Не, ну, Юра, круто тебя свалило, конечно. Марк. Я тоже такой. Что ты скажешь по поводу нахождения в кишечнике человека? Я спортсмен. Смотри, следующий уровень открывается. Digesting system. Это анус открывается. Сейчас такой гигантский леточный. Лёша из брак. Пучий цепень такой. Как чугад, да? Так, давай стреляйте. Давайте этого гопнем. Все. Давайте агресс, Стас. Давай, удачи. Я здесь прячусь. Ну давайте все одновременно ударим и все. О боже мой. На три. Так ты его же и так с бензопилой. У тебя бензопилы сейчас нет. Раз, два, три. Что я уже ты? Если в Непроник я встану. Да, давайте этих сами возьмите. Так, вот эти ребята. Вот эти ребята. Их можно оружиями? Нет. Запилили. Вот сейчас самое фиговое. Так, я первый. Я пример подаю. Оп. Все, погнал. Ах, нашная я. Давай, пошли. Погнали, ребята. Пацаны, вообще, ребята. Ой, чё вы уехали? Fuck you. Дети нас не подождали. Я да. Пример подаю. Лёша, блин. Лёша, нам придётся. Лёша, нам придётся избавиться от одного из нас. Эрик. О, у меня Дигу. Дига. Лёша, надо же очкует. Давайте кучкуемся. Чтобы если что, так сразу все. Блин. Почкуемся. Блин, у меня глок был такой. Блин. Меня задело, но я выжил. Портануло. Стас, как он упал. Все, погнали. Блин, я опять. Ну догоняй, догоняй. Пока я пройду это их три года. Выключайте свет все, чтобы было интереснее. Да, ну выключенном вообще не было видно. В один фонарь. Ну блин, выключили, ну. Выключили. Блин, как будто бы луна просто такая внизу. В один фонарик идем. Наш фонарик это дробовик. Я все вижу. Так, ну кто пойдет умирать в стенку? Как Марк в тот раз. Ну за стенкой это же не видел. Ну блин, помнишь, как... Так, смотри, кто... Смочим. Посветите, блин. Только завалите всех там в этот раз. Я иду, я иду. Ну ладно, давай ты. Засними его быстренько. Сейчас стенка полетит. Только аккуратно. Стой. На краю. Во-во-во, полетело, смотри. Юра, ты жив? О, звук еще такой. I've done that before. Эй-эй-эй, отойдите. Не, сейчас еще нет, но пойдет. Она уже у меня. Она уже стоит назад. Там, потом. Сейчас а, назад. Нет, сейчас пойдет. Ушла? Нет, вон сейчас пойдет. О. Ой-ой-ой-ой-ой. Че, почти. Все нормально. Каких двоих? Так, здесь мы не были. Я в текстуру упал, люди.
Я спускаюсь. Я тоже. Я тоже упал. Эрик, Эрик, ты жив? Я жив, погнал. Эрик, я бегу. Тупая мама. А, Лёша ещё жив. Эрик, давай Стаса подождём. Давай, вот он. О боже. Стас, беги сюда. Так, где они упали? Там. Там, здесь они не падали. Я тупо к стенке подбежал. Я тупо к стенке побежал, меня лаганул, смотрел, сквозь стенку упал. А, мы теперь не возродимся? Возродитесь через 3, вот сейчас. Там чисто ловушка, я стопудово. Пойду эту ловушку. Сейчас, пацаны, подождите секунду. Протестить. Стас пошел Морса нали. Морс. Морс. Иди сюда, проверим, что там. Ну иди проверяй. Ладно, иду, посвети, блин. Ой, блин. А больше до таких хуйсов. Ой, я умер. Реально? Нет. Да. Прикалывает. Это печалька 20 уровня. А че, да? Он отошел типа вообще? Да. Ну тогда и от вам. Креп. Он не ударил тебя? О, Эрик, прилетал. Сейчас я сдохну. Я тебя в воздухе хильну. Так, сначала давай вынесем мне огнеметчиков. Так, вон те ребята. Разносим. Юра, побежали, побежали. Упанули. Это гоп-стоп. Это гоп-стоп. Люди, я понял, нужно дерево рубить. Да, Марк. Снимай вот эту фигню. Давай, мы топоры. Все, пацаны, играем в Майнкрафт. Ламбочек ставим. Террария, блин. Я пошел вам строй. Я погнал. Это мой, Лёша. Ой-ой-ой. Эрик, ты обратно? Эрик, всё, трэп. Нет. Привет. Сейчас. Дайте мне лоис. Не попал гранат. Стас наказывает. Пага, стой. Я скриншот сделал. Во, всё, я прилетел. Так тупо выглядит. А, походу кто-то должен прыгнуть тут. Так, походу. Я не буду, я уже надо прыгну. Что-то скинуть, мужики, это гениально. Скиньте туда что-нибудь, какую-нибудь вещь. Ну вон топор лишний лежит, оп. Ну. Вот, сейчас оно поднимется. Я скинул пистолет. Any second! Не работает. Блин. Ну давайте сакрифайс. Да, я думаю, кому-то надо прыгнуть. Я в этот раз не буду. Все, погнал. Эрик, нет! Здесь ничего нету. А в прошлый раз... Не, знаете, в чем прикол? Она не поднялась. Когда этот патриарх появится, тогда он поднимется на ней. А, о, я... Да, это гениально. Блин, мы сейчас... А тогда запоролась, короче, он запился под ней. Ну, пацаны, забиваемся оружиями. Какими? Пистолетом? Которые скинули все. О, все. Мужики пошли по туннелю сваливать. Томас завалил. Ну ладно, ладно, посмотрим. А, давайте, это наш единственный шанс, пошли. Что? По туннелю. По туннелю? Зачем? Он поднимется, и он будет там, и он будет к нам идти, и... И он будет издалека ракетами стрелять и выносить. Что за звуки? Есть. Я есть. О, я тоже есть. Все, теперь выживайте. Наконец. Вот давай, так. Держи мне. Это Лёша. А, Лёша, держи мне. Давайте топорами мы его завалим. Там вообще да. Нет. А, всё, Марк. Так, Марк, давай, ты должен теперь залезть и уехать и приехать. Не могу залезть. Марк, у тебя одна минута до патриарха. Я могу залезть, блин. Не один раз, а несколько прыгай, даже в воздухе, блин. Просто прыгай, постоянно прыгай. Просто жми спейс, дави его. И вперед. Может на угол ему ставить? А попробуй на другие. Да. О, вот это работает. Вот, давай, давай. Жми спейс. О, пошел. Прыгни, прыгни. Что это? Эрик, ты где? Орик. Все, берем топоры и просто топорим его. Ну ща посмотрим, может быть. Я сначала туда смотаюсь, туда, потом обратно. Сейчас пошли, пусть заспонятся.
Можно тогда идти. О, лети, лети! Ща, подожди. Ну, о, вот, я ж сказал. Я мастер, блин. Что прошлый раз за фейл, ну? Потому что... Эрик! Кубаны на пальце. Ладно. О, да, он здесь. Где? У меня фигня не летит. Он меня столкнул с этой. Это боковая не работает, почему? А еще три все за... Вот, мост попрёт. Вот он. Он там входит! Я упал! Я упал! Я туда-сюда летаю! Помогите мне! Я Лёша мешаю, но всё время стоит там. Побитый. А, он не пойдет, он будет умирать. Ладно, пошли туда, запрессуй его. Он ходит там. Пошли, пошли, все. Сейчас пусть Лёша запрете сначала. Я держу её. Я выжал. Летел. Ну спускайтесь. Он идет медленно сюда. Лёша, отойди, ё-мо. Отлично. Я не могу. А мы сейчас убьем этого. Ё-мо. Юра, говно! Привет, пацаны! Ничего не видно. Вот он. Полетел. Привет. Привет. Теперь опять запрыгнуть не могу, надо пипец. Ну, Лёшка, ты где вообще? Вот он здесь. Привет. Лёшка, всё, давай. А у меня нету делать? Ничего. Вот он. Сапора. Как вы, Лёша, не подходи к нему близко. О. Так повезло, что это бегит, он просто разбесил и здесь. Лёша, иди, я похилю. Удачи. Как запрыгнуть? Давайте топорами его фигня. Я его зарубил, я файнл хит сделал. Смотрите, да я прыгаю. Смотри на жопу его. Блин, я не успел сфоткать. Мирус-то!